Идея этого тренинга в том, чтобы обучить молодежь продвижению здорового образа жизни среди таких же, как они, по принципу «равный равному», от сердца к сердцу. Мы работаем с ДГТУ очень тесно в плане профилактики наркозависимости, пропаганды здорового образа жизни. Сегодня у нас обучающий семинар для волонтеров. Здесь большей частью будут студенты, которые научатся профилактической работе среди своих сверстников. Мы дадим им основные азы, скажем так, которые они могут использовать в работе со своими сверстниками, со студентами. Идея в том, чтобы говорить о том, что важно для молодежи. Что важно для молодежи? Это построение хороших, конструктивных отношений, да, умение общаться, достижение успеха, как справляться с кризисными ситуациями, как решать какие-то проблемы жизненные и так далее. И, естественно, здоровый образ жизни является залогом успеха человека вообще. Важно говорить о здоровом образе жизни, о том, насколько это важно, и методах поддержания своего здоровья. Данные тренинги очень полезны, так как в апреле месяце прошел целый цикл мероприятий и лекций для студентов, и сейчас очень важно подкрепить это все практически. Мне очень нравится мероприятие, все, что меня касается, поскольку я могу помочь не только себе в тяжелой ситуации, но и другим людям. Для меня это очень важно.